По всей России продолжается подписная кампания на первое полугодие 2015 года. В подписные каталоги включены более 15 тысяч печатных изданий и книг. В Ленинском районе также любой может подписаться на общероссийские, областные и районные издания. Подробности далее. Газета «Видновские вести» – одно из самых читаемых изданий в Ленинском районе. Подписку на него можно осуществить в любом почтовом отделении. «Видновские вести» очень хорошо идут, но организации и население неплохо идет. В ходе подписной кампании редакции газеты было принято решение об организации льготной подписки. Любой желающий может получить газету «Видновские вести» по прошлогодней цене. Подписной индекс у газеты «Видновские вести» прежний – 00452. Стоимость подписки льготная, которая организуется с 13 октября по 31 октября и пройдет в кинотеатре «Искра», составляет 600 рублей в год, соответственно, на один месяц 50 рублей, на 6 месяцев 300. Популярность районной газеты можно объяснить тем, что она является средством коммуникации между местной властью и жителями поселений. Кроме того, читатели всегда в курсе новостей, происходящих непосредственно рядом с ними. Жить в районе и не знать, как работает власть, чем она дышит, чем она занимается, какие она, на какие моменты и проблемы акцентирует внимание, это же как быть оторванным от жизни. Особенностью подписной кампании этого года стал переход на иную систему для льготных категорий граждан. До этого средства выделялись из бюджета района. Теперь принято решение осуществлять льготную подписку за счет выделения средств из бюджетов поселений. Мы обратились ко всем жителям, к руководителям, главам поселений, депутатскому корпусу с просьбой организовать подписку на территориях так, чтобы количество экземпляров, которые будут выписаны, в первую очередь, для льготных категорий граждан, было такое, чтобы каждый опять ее получил. Оформить льготную подписку на «Видновские вести» можно в течение каждой рабочей недели до конца месяца с 10 до 17 часов в кинотеатре «Искра». Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».